Здравствуйте, уважаемые мои подписчики и случайные зрители моего канала. Случилась у меня небольшая проблема, а может быть и большая. Сейчас мы ее будем выяснять. В чем суть? На этой неделе, где-то, наверное, дня 4 назад, после того, как поездила на автомобиле супруга, пришел заводить автомобиль, автомобиль не завелся. Супругу спрашиваю, в чем дело, она мне рассказывает. Все нормально, дорогой, ничего не моргало, ничего не мигало. Я ничего не включала, ничего не выключала. В машине свет не горел, фары были выключены. Ладно, зарядил аккумулятор, поставил. Вчера еду вечером и включаю ближний свет, и начинает моргать лампочка аккумулятора и температура коробки. Всем известно, да, они вот здесь вот стоят. Вот. Снял аккумулятор, пошел на зарядку. Сейчас буду тестить самыми элементарными способами. Для этого могут быть две причины, почему у меня высаживает аккумулятор. Первое, это, конечно же, неисправность самого генератора и устал аккумулятор. Идем проверять. Сейчас у меня аккумулятор заряжен до 13 вольт. Хорошая, интересная зарядка. И будем пробовать, как автомобиль поведет. Поставим на место аккумулятор. Проверим генератор элементарными способами. Без нагрузки и под нагрузкой. Сколько дает. И выясним, болеет ли аккумулятор у нас или реально стало плохо моему генератору. Это у меня случилось первый раз. Было такое, что слетала клемма. Минусовая была, да. Но в остальном, в принципе, заморочек у меня таких с аккумулятором не было. Напряжение 12,94 вольта. Ну что, будем заводить и смотреть. Сейчас на аккумуляторе 12,94 вольта. Аккумулятор полностью заряжен. Автомобиль заведется. Прям знаю, что с полпинка. Сейчас температура у нас 14 градусов тепла. Прогреваем свечи. Странно, почему-то не горят лампочки генератора. Почему? Хрень какая-то, короче, в машине. Заводим. Смотрим. Напряжение. Его просто нет. Генератор не дает заряд вообще. Что за хрень? Почему генератор не дает вообще заряд? Ёлки-палки. Вот это да. Посмотрите, что случилось. Просто. Сейчас будем разбираться, почему расшатался генератор. Сейчас я его... Может, ремни проскакивают, что ли, так сильно? И, ну, реально, ремни просевшие, да. Вот такие вот дела бывают, ребят. Будьте внимательны. Сейчас сниму фильтр и залезу на сам генератор. Вот это трэш. Посмотрите сюда. Нет болта. Его, он просто улетел куда-то. Каким образом, черт его знает. Всегда все закручивал намертво. Вот это неисправность, надо сказать. Вот это глюк. Поняли, да? Вот, видите. И поэтому расшатались ремни и не идет зарядка. Генератор просто ее не дает, потому что ему здесь... Не за что схватиться от прослабления ремней. Такие вот дела. Когда это? Вчера, позавчера произошло, неделю назад. Короче, надо выяснять,
Это один момент. Второй момент. Ищем болт. Я не помню, как он выглядит, реально. Все, ремонт у нас закончен на сегодня. Вот такой вот лайфхак бывает иногда творится с генератором. Поэтому будьте внимательны, ребят. Будьте внимательны. Всякое может быть. Итак, оживление мертвого генератора прошло успешно. Условно мертвого. Кому непонятно, все было просто. Отвинтился нижний болт крепления генератора, и он не давал просто тупо зарядку. Он у меня болтался и проскакивал ремень. Такое вот безобразие. Поэтому следите. Иногда залазите, смотрите крепление на навесном оборудовании. Все у меня обошлось. Воспользовался вот таким вот болтом. Вот под такой ключик. Все закрепил. Нормально. Генератор выдает у меня 14,6. До аккумулятора доходит 14,1. Так что в работе пока все хорошо. Следите за своей материальной частью. Все, всем пока.